Кайгом за роди и роди, избранная твоя, призди на рабов твоих, Валерия, и на рабу твою, Наталью, утверди обручение их в вере, единомыслие истине и любви. Ты бы, Господи, показал еси, датися обручение, утверждатися всем. Персим дадеся власть Иосифу во Египте, персим прославися Даниил в стране Вавилонской, персим явися истина Фомаре, персим Отец наш Небесный щедр бысть на Сына Своего. Дадите Бог глаголит персим на десницу Его, и заклавши тельца у питанного, ядше возвеселимся, сама десница Твоя, Господи, Моисеева оружи в Черном море, словом бы Твоим истинным небеса утвердишася, и земля основася, и десница раб Твоих благословится словом Твоим державным и мышцею Твоей высокою. Саму бы ныне, Владыка, благослови персни и положение сие благословением небесным, и ангел Твой да предвидит пред ними во все дни жизни их. Яко Ты си благословляя, освящая, всяческая, и Тебе славу высылаем, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присне, во веки веков. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся о рабе Божий, Валерии, Наталье, обручающих друг к другу. Еще молимся за всю братью и за вся христианы. Яко милостив и человека любит Бог, если Тебе славу высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне присно, и во веки веков. Блаженни все боящиеся Господа, слава Тебе, Боже. Ходящие в путях Его, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Блаженье же, добрые Тебе будет, добро Тебе будет. Слава Тебе, Боже наш, слава Крест трапезы Твоя.